я бы попросил, пользуясь случаем, белорусов, давайте полетаем и покатаемся, поездим в этом году по Беларуси. Меня удручает тот факт, мы с тобой, Наталья Ивановна, обсуждали эту тему, что у нас белорусы не знают Беларусь, особенно молодежь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах, Дубае, Абу-Даби, там, Черногории, еще где-то в Турции или Барселоне. А белорусы не знают. А мест прекрасных предостаточно. Поэтому я бы попросил, не надо стремиться куда-то полететь через, с тремя-четырьмя пересадками. Но коль кто-то уж купил билеты, или кто-то хочет, мы же запретить не можем. Мы договорились с президентом Путиным, что в Москву мы Белавия и Аэрофлотом доставим их, а оттуда они могут полететь в любую точку.